Всем привет, меня зовут Всеволод Фиолковский, и я идеально владею своим телом. Я могу удерживать его в любом положении и под разными углами. Я могу выполнять практически все сложные воркаут-элементы. Но самое главное, это то, что я нашел этим элементам их прямое применение в своем акробатическом шоу. Я выступаю на свадьбах, корпоративах, на большой сцене, где люди с удовольствием аплодируют исполнению моих сложных элементов. Но вот здесь начинается самое интересное. Сейчас воркаут очень популярен, и многие изучают его, используя самые простые способы для его длительного удержания. И буду говорить как есть. Горизонт в стиле горбатая, срущая собака – это полная хрень. Передний вис с оттопыренной жопой на 2 секунды – то же самое. Ребят, носочки и коленки надо тянуть. Да, это немного усложняет, но ведь это красиво. Стойка бананом тоже не в зачет. А если вы держите кривой флажок, где вас во всем теле ломает, то же самое. Ребят, если вы хотите изначально учить правильно воркаут-элементы, ведь вы знаете, что переучивать значительно сложнее, чем учить сразу правильно, и заниматься вместе со мной по моей авторской методике, то переходите по ссылке в описании и будем тренироваться вместе.